Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе, в Рутубе, в Дзене. В этом видео я продолжу разбирать вступление «La Camisa Negra». Давайте вспомним, до какого места мы уже дошли. Я снял два видео, это третье видео по вступлению. Так, мы разобрали. Вот эту фразу мы уже сделали, то есть там получается вот эта фраза, потом будет еще одна, и потом мы возвращаемся опять к этой. Вот здесь мы сыграли четвертый на четвертом два раза, потом третья на втором, потом опять третья на втором, четвертый на четвертом, и опять третья на втором. Дальше. И на третьей, на втором мы остановились. То есть сыграли вот это легато. Вспомним. Третья на шестом. Сразу зажимаем ее. Держим третью на втором, на четвертом и на шестом. Три пальца. Указательный, безымянный и мизинец. Точнее, указательный, средний и мизинец. И здесь получается... Третья, четвертая, третья на втором, потом третья на шестом, два раза, легато третья на четвертом, и третья на втором, легато, с четвертого на второй. И потом четвертая на четвертом, третья на втором. Шесть, шесть, четыре, два. Четвертая на четвертом, третья на втором. Ну и дальше похожая фраза. Мы сдвигаем третий палец по четвертой струне на шестой лад. У нас получается четвертая на шестом. И играем ее два раза. Ну и заранее сразу подготавливаем третью на четвертом. Четвертая на шестом два раза. Третья на четвертом. Опять третья на четвертом. Четвертая на шестом. И третья на четвертом. Четвертая, четвертая, третья. Третья, четвертая, третья. Легато. Продолжаем держать третью на четвертом. И мизинцем еще поджимаем третью на седьмом. Дергаем ее. Потом опять дергаем третью на седьмом и делаем легато по третьей на шестом. То есть с мизинца на безымянный. И потом легато с безымянного на указательный, на третью, на четвертом. Потом четвертый на шестом. И третья на четвертом. Ну и теперь медленно эту фразу. И опять третья на седьмом два раза. Легато третья на шестом. Легато с шестого на четвертый по третий. Потом четвертый на шестом, третий на четвертом. Вот, и мы с вами остановились на третий на четвертом. Получается 7, 7, 6, 4. Это лады третий, потом четвертый на шестом и третья на четвертом. Еще разок разберем эту фразу. Состоит она из трех частей. Первая, вторая
и третья точно такая же. Четвертая на шестом два раза, третья на четвертом, еще раз, третья на четвертом, четвертая на шестом, третья на четвертом. И легато по третьей. 7, 7, 6, 4, 4 на 6, 3 на 4. Вот без легато играю. И с легато. И у нас вот что получается по этим фразам. Следующая фраза, которую в этом видео уже забрали, вот это я в прошлом разбирал. И потом мы опять разбираем, играем точнее вот эту фразу. Четвертая на четвертом два раза, третья на втором два раза, потом четвертая на четвертом, третья на втором и легато. Третья на шестом два раза, легато с шестого на четвертый, с четвертого на второй, потом четвертый на четвертом и третья на втором. И повторяем вот эту фразу раз, два, мы играем два раза. 6, 6, 4, 2, 4 на 4, 2, ну это третья. И у нас их получилось всего три. Первая. Вторая. Третья. То есть первая, вторая и опять первая, можно так сказать. Всего их три. Идем дальше. Дальше у нас четвертая на шестом, третья на четвертом два раза, третья на шестом, на седьмом, на шестом, на четвертом, четвертая на седьмом и четвертая на шестом. Четвертая на шестом, третья на четвертом два раза, на шестом, на седьмом, на шестом, на четвертом, четвертая на седьмом и четвертая на шестом. Ну и концовка. Ставим фа диез минор, фм диез баре на втором. Баре на втором и пятое, четвертое на четвертом. И в правой руке играем. Четвертая, вторая, потом по очереди. Потом третья, четвертая, третья. Потом опять четвертая, третья. Четвертая, вторая, третья, четвертая, третья. Четвертая, третья, пятая, четвертая. И все. Запоминаем. Четвертая, вторая, третья, четвертая, третья, четвертая, третья, пятая, четвертая. И все. Ну вот теперь, я думаю, можно повторить полностью все вступление. Вот это то, что я сейчас сыграл, это была последняя часть. Итак, полностью все вступление. Thank you.
Вот эта последняя часть, она играется два раза. Забыл сказать. 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4. 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4. Ну и теперь в темпе. С вступлением мы разобрались. Сложность там, конечно, как мне пишут, в одном, вот в этой растяжке. То есть нужно поставить на 6 ладов 3 пальца. Указательный, средний и мизинец. Второй лад, четвертый, шестой. Вот в этом. Но это тоже все тренируется. Таким образом, вы просто можете ставить указательный палец, потом второй через лад. И еще через лад мизинец. И вот так вот сделать, ну, пока не начнет получаться. Каждый день вот это сделать. Указательный, средний, мизинец. Убрали. Указательный, средний, мизинец. Убрали. Вот такое упражнение. И потом пробуйте вот это. Здесь надо все время указательный держать на месте, не убирать его. Для опоры кисти. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, у вас все получится.